И я сегодня хотел немного рассказать о наших курсах. Мы решили принять участие в таком интересном проекте, и первая мысль была это посчитать, первый вопрос, наверное, который задают все студенты, когда приходят, это процент трудоустройства. И я решил задаться этим вопросом. Это процент синий, это процент трудоустроенных девочек. Их 52% по факту. Если сюда подключить мальчика, статистика немного портится. Вот. Это объясняется тем, что вы более стрессоустойчивы, вы можете, скажем так, длительное время работать без какого-то результата, когда количество необходимой информации, оно обязательно переходит в качество. И вот это качество обязательно вот так вот выражается. Конечно, есть процент тех, кто не меняет место работы, они понимают, что это новая отрасль, нужно много учить, и они могут сдаваться, либо недостаточная мотивация. Но это не значит, что они как бы... не будем говорить. Что такое фабрика? Фабрика — это вот это все наши преподаватели, которые у нас есть на сегодняшний день. Алла не преподает, Алла наш пиар-менеджер и маркетолог. Поэтому, да, девочек, к сожалению, у нас в преподавательском составе нету, но это тимлиды, это проект-менеджеры, ребята, которые действительно несут знания и которые обеспечивают высокие показатели. Они всегда открыты контакту. Насколько я знаю, они даже помогают тем людям, которые не учатся у нас на курсах. Поэтому вы можете, у нас есть на сайте, с ними можно связаться, пообщаться. Если у вас есть какие-то вопросы по конкретной отрасли, они всегда с радостью ответят.